старалась работать как по максимуму с самого первого круга. Уходила с Ульяной Кайшевой при передаче. Старалась этот круг отработать с ней, войти в гонку, так сказать, сразу на высоком пульсе, в высоком темпе. Потому что, судя по вчерашней гонке, мне не хватало скорости на первых кругах. Я решила сегодня сразу начать как бы, ну, около максимального. Вот, и пришла на лёжку, в принципе, не сильно задыхаясь, но как-то суетилась, что ли, между выстрелами. Допускала вообще ошибки детские, там, короче, максимально неряшливо, неаккуратно работала на лёжке. Уже когда допами добивала, старалась выцеливать, потому что у нас и так два круга, лишний круг нам был бы ни к чему. Вот, а потом пошла второй круг, чувствовала, что есть силы вполне, и могу работать, и еще догонять, отбивать. Очень здорово вели по трассе сегодня, спасибо тренерам. Там каждые 30 метров подсказывали отставание, где девчонки впереди, сзади. Вот, отстреляла стоя с пяти, чем более чем довольна, достаточно быстро, уверенно. И уже все, последние силы отдавала на финиш.